20 мая 2021 год, Харьков, 20:42 по Киеву. Ну, пускай так. Ждем МКС, может между облачками появится. Через 4 минутки должен. А пока полюбуемся на нашу красотулечку. Давно к нам не заходила. Поправляю штативом. Отошел. Триста семьдесят три тысячи километров сейчас до Луны. Да. Не идеально чистое небо, но все равно, учитывая, что Луна в зените практически. Ты посмотри, как четко я вижу кратеры, хребты. Это ведь Русь к нам. Так, и вот уже линия терминатора. 20:44. Это я все пытаюсь не прозевать. Ух ты! А это часом у нас кругленький, аккуратненький вверху. Не кратер Платон, конечно, он. 100 километров красавцу нашему, и под ним лежачий астронавт. Он видно, да? В Мертвом море плавает лежачий астронавт. Две ноги только торчит из-под поверхности. Голова слева, ноги смотрят направо. Ты старуша. Ну, натурально мне астронавтик такой плавающий в море, в Мертвом море. Грудная клетка только на поверхность торчит. Ну, это что, я надеюсь, колено или ступня. И ручки. Да, вперед ногами плывет. Оптимизм — это когда люди вас едва выносят, а вы радуетесь, что не вперед ногами. Вот это про этого человечка. Под кратером Платон. 20:45. Наверное, уменьшу я сейчас, чтобы не так резво проплывала через кадр Луна. И буду смотреть за небом, чтобы не прозевать. Так, резкость. Где у нас резкость? Где-то здесь. Половинка Луны. Сейчас хоть определюсь, она вверх ползет, вниз ползет. Куда она ползет? Вообще абсолютно параллельно горизонту движется. Красота. Не, ну правильно. Мне писали, что плевать вообще на МКС, Луна красивее гораздо, но сегодня, надеюсь, будет и то, и другое. А следующим дублем так точно сниму отдельно Луну. 20:46. Уже должна где-то вылетать на горизонте Международная космическая станция на скорости 400 км в час и на высоте 400
километров, а на скорости 27 тысяч километров в час. Сейчас как замедлится. До 400 километров в час и грохнется. Так, запад там. Да, светло еще не было, может быть, и не видно. Настройки весов, светочувствительность занижена фотоаппарата. То есть объективно на улице сейчас темнее, чем углу, светлее, чем ведутся съемки. Слушайте, елки-палки. А я Меркурий вижу. Вот это да, высматривал МКС, увидел Меркурий. Из-за облаков выскочил. И пусть, наверное, не обижается МКС, но он у нас практически каждый день. А вот Меркурий, гость крайне редкий. Ну а до Меркурия сколько? 120, наверное, миллионов километров сейчас. Сейчас буду понижать выдержку, чтобы темнее сделать фон, не так контрастно, чтобы выглядел наш красавец. Да, редкий-редкий гость Меркурий. Сейчас попробую еще резкости. Нет, это, к сожалению, лучшее, что можно сейчас сделать при такой освещенности, ветре и так далее. Меркурий. Все, ничего не трогаю. Ну, красное пятнышко, конечно, что... А облачка...